Allora, ciao a tutti. Io mi chiamo Tatiana, sono insegnante della lingua italiana. Mi sentite bene, scrivete per favore uno più. Если меня хорошо видно и слышно, пришлите, пожалуйста, плюсики. Вижу. Отлично. Bene. Отлично. Sono contenta di vedervi oggi. Oggi abbiamo un tema interessante. E spero che sia anche utile per voi. Надеюсь, что наша сегодняшняя тема для вас интересна и полезна будет. Oggi parliamo un po' della grammatica italiana, dei numerali e poi della Pasqua in Italia. Сейчас у нас пасхальные дни, и я подумала, что было бы интересно рассказать вам немного о пасхальных традициях в Италии, о том, как празднуется этот праздник в стране изучаемого нами языка. Buonasera. Allora, tutti siete pronti? Готовы начинать наше занятие? Cominciamo. Oggi parliamo dei numerali. Ho deciso di dividere la nostra lezione in due parti. La prima parte è della grammatica dei numerali. E poi parliamo della Pasqua. Вначале поговорим с вами о числительных в итальянском языке и затем о праздновании Пасхи. Allora. Ci sono i numerali cardinali e ordinali. Знаем, да, что существуют у нас количественные и порядковые числительные, да? I numerali cardinali sono quelli che indicano una quantità numerica precisa. Количественные числительные у нас те, которые обозначают какое-то определенное количество предметов или лиц. Per esempio, ho comprato tre mele. Например, я купил три яблока. Да? Здесь я привожу вам картиночку. Вот, пожалуйста, три яблока. Здесь, естественно, говорится о количестве. Buonasera. Здесь говорим, конечно, о количестве. И также, что касается денежных сумм, да, количества денег, здесь, естественно, всегда у нас количественные и числительные. И numerali ordinali. I numerali ordinali indicano il posto di una cosa o persona in una serie ordinata. А количественные порядковые обозначают место какой-либо вещи или лица, да, объекта при счете. Hai vinto il primo premio. Я выиграл первый приз. Да? Здесь на картиночке вы видите, я поместила вам спортсменов. Изображение спортсменов, у которых номера. То есть они имеют определенный порядок, да? Contiamo insieme. Давайте посчитаем вместе. I numerali cardinali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Запомним эти
названия данных числительных, потому что они нам очень пригодятся впоследствии. Числительные первого десятка мы будем использовать для образования числительных последующих десятков. Давайте повторим еще раз. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, что мы видим здесь далее? Далее я распределила числительные партиями такими по форме образования. Посмотрите, пожалуйста, guardate per favore. Посмотрим на числительные с 11 до 16. Здесь один порядок формирования. К уже известному нам числительному первого десятка, uno, due, tre, прибавляем суффикс dici. Aggiungiamo il suffisso dici. Что у нас получается? Undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici. Конечно же, основа не совсем та же самая, да? Вы можете обратить внимание, что числительное due, да, два, а здесь do, dodici. Quattro, но quattordici. И 5 совсем, да, другое. Cinque 5, а здесь quindici. Но все равно некоторое соответствие есть, это будет помогать вам при счете. Потом вы запомните. Итак, числительные с 11 до 16 образуются при помощи прибавления суффикса dici. Andiamo avanti. Числительные с 17 до 19 как образуем? Здесь все наоборот. Суффикс 10, да, обозначающий 10, у нас переходит в начало. Да, вот так сложилось исторически. Итак, 17 – diciassette, 18 – diciotto, 19 – diciannove, diciassette, diciotto, diciannove. Далее, 20 по-итальянски, 20. Как считаем второй десяток? А, третий десяток уже, да, простите. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. На что здесь обратим наше внимание? Посмотрите, пожалуйста, везде мы присоединяем к числительному 20, 20, и присоединяем уже известные нам числительные первого десятка. Да? Но при добавлении числительного uno и числительного otto, которые начинаются с гласных букв, у нас буковка и окончание 20 выпадает. То есть 21 будет у нас не 21, а 21. Также 28 не 28, а 28. Все остальные числительные сохраняют букву И, окончание от числительного 20, 20. Тот же самый порядок идет у нас и дальше. 30, 40, 50, 30, 40, 50. Везде мы будем сохранять буковку окончания «а». «А» там, где мы присоединяем «uno» и «otto», окончание предыдущего компонента выпадает. Давайте посмотрим. «Trenta» – 30. «Trentuno», «trentadue», дальше там будет «trentatre», «trentaquattro». Это я не стала указывать, потому что, я думаю, система вам понятна. Трентотто, как вы видите, снова здесь выпадение окончания А от компонента трента. Запомним, друзья, что окончания И и А в числительных выпадают всегда. Окончание первого компонента.
То есть тот же самый порядок, та же система будет и с числительными 40, 50, 60, 70, 80, 90. Тот же самый порядок. То есть мы будем говорить 47, 47, но 41, 41 и так далее. Всем все понятно? Capito? Угу, отлично. Если понятно, идем дальше. Угу. Bravi. Allora, 100 по-итальянски будет 100. 101, как сказать? 101. Угу. 101 можно сказать также. И даже 101. Обратите внимание, пожалуйста, если окончания «и» и «а» выпадают всегда, то окончание «о» может как выпадать, так и нет. Возможны различные варианты. Как мы с вами уже говорили на прошлом уроке, итальянский язык довольно молодой, он развивается. В разных регионах Италии речь немного отличается. Поэтому вы можете встретить все три варианта. Cento uno, cento e uno, centuno. То есть окончание «о» выпадает не всегда. Что происходит дальше? Дальше мы, опять-таки, известным нам уже числительным первого десятка, добавляем слово «cento» – «сто». Это очень похоже на формирование числительных в русском языке, да? «Двести» – «две», да, «сотни», «триста» – «три сотни». Везде присутствует слово «сотня». Также и здесь. Посмотрим. «Двечento» – «двести», «тречento» – «кватрочento», «чинквечento» – «600», «700», «800», «900». Так, я думаю, на данном этапе понятно все, да? Угу. Что происходит с тысячами? Одна тысяча будет «mille». Тысяча и один. «Mille uno» или «Mille e uno». «Mille uno» не может быть никак. То есть, если окончание «i» и «a» – «venti» или «quaranta», «settanta», «sessanta» – данные окончания выпадают всегда. Окончание «o» может выпадать или не выпадать. Окончание «e» не выпадает вообще, никогда. Посмотрите. «Тысяча два». «Mille due». «Тысяча восемь». «Mille otto», не «миллотто», «mille otto». Как скажем «1110», «mille cento dieci», «две тысячи», «due mila». Взгляните, пожалуйста, «mille» – это только одна тысяча. Множественное число данного числительного будет «mila». Неправильное образование. «Одна тысяча» – «mille». А множественное число тысячи – мила. И здесь примерно такой же порядок, как с образованием сотен. Дуэ мила – две тысячи, дечи мила – десять тысяч, венти мила – двадцать тысяч, ченто мила – сто тысяч. Что у нас с миллионами и миллиардами? Un milione. Un milione e uno. Due milioni, un miliardo, due miliardi. Числительные миллион, миллиард, дальше биллион и так далее, имеют все признаки существительных. Поэтому перед ними мы употребляем неопределенный артикль мужского рода un. Если мы хотим после числительного употребить какие-либо обозначения денежных средств, да, валюты, мы используем предлог «di». «Due milioni di euro» – 2 миллиона евро, например. Предлог «di» мы используем только с миллионами, миллиардами и так далее.
Иногда встречаю в контрольных работах, когда вы употребляете предлог «ди» с денежными суммами, с десятками, сотнями, тысячами. Это неправильно. Мы употребляем предлог данный только там, где у нас числительные имеют признаки существительного. Andiamo avanti. Vi racconterò un po' dell'uso dei numerali, cardinali. Немного расскажу вам об употреблении количественных числительных. К сожалению, сегодня мы не имеем достаточно времени для того, чтобы подробно поговорить о числительных, так как у нас еще есть другая тема. Я вам расскажу только такие самые основные моменты, на которые я хотела бы обратить ваше внимание. Il numerale uno si usa come l'articolo indeterminativo. Мы используем числительное 1, uno, в полном соответствии с неопределенным артиклем. Он имеет, друзья мои, такие же формы, как неопределенный артикль. Также в контрольных часто замечаю, вы пишете uno tavolo, uno amico. Это неверно, потому что форма данного числительного, как я уже сказала, полностью совпадает с артиклем, имеет такой же вид. То есть мы будем говорить un tavolo, un amico. Uno, данная полная форма, будет использоваться только в тех случаях, когда последующее слово, да, после числительного существительное, у нас начинается с s плюс согласный, да, studente или zeta. Uno studente, uno zio, uno sciopero. Вот в данных примерах мы употребляем форму uno. В остальных случаях все будет зависеть от того, какие первые буквы существительного, следующего за числительным uno. Женский род una casa, una zia, una amica. Угу. То есть числительное, количественное числительное uno, единственное, которое изменяется по родам и числам. Нет, по родам, только по родам, простите. Число, конечно, всегда будет одно, единственное число. Так, посмотрели на формы, да, запомнили их. Просто запоминаем, что данное числительное соответствует неопределенному артиклю. Точно так же пишется, употребляется. И numerali composti si scrivono come una sola parola. Составные сложные числительные мы пишем в итальянском языке слитно, одно слово. Здесь я привожу два примера, которые очень страшно выглядят. Но если мы немножко вчитаемся, разберемся, мы все поймем. Давайте прочитаем первое слово. 2 миллиони 400 миля. 2 миллиони 400 миля. Так. Как же мы переведем это? 2 миллиони, 2 миллиона, 400, 400, да? Миля, множественное число, тысяч, да? Милле, миля. 2 миллиона, 400 тысяч. 2 миллиони, 400 миля. Угу. Следующее числительное я вам произнесу, а вы, друзья, постарайтесь сами перевести и напишите мне циферками, что у вас получилось. И проверим. 1994. 1994. У кого-то есть какие-то предположения? Кто-то как-то уже перевел? 1900. 94. Да, Ирина, Дарья первые, да? Брави, Мария, угу, молодцы. Угу. Молодцы. Это похоже на год, да, на дату. 1994. Если вчитаться, да, и разобрать по составным частям, то все понятно. Andiamo avanti.
Le date. Последнее, на что хочу обратить ваше внимание в отношении количественных числительных, то, что даты мы употребляем с количественными числительными, а не с порядковыми, как в русском языке. Usiamo i numerali cardinali per indicare il giorno del mese. Il primo giorno del mese viene indicato con l'ordinale primo. Solo il primo giorno del mese. Только первый день месяца мы употребляем с порядковым числительным primo. Все остальные дни месяца идут у нас с количественными числительными. Давайте посмотрим. Il primo maggio. 1 марта. Но il 2 dicembre. А второе число уже идет количественным числительным, да? По-русски переведем дословно как 2 декабря, да? Il 3 aprile. 3 апреля. Ну, вот так принято в итальянском языке. Какое число сегодня? Oggi è il 9 aprile 2018. Oggi è il 9 aprile 2018. Сегодня 9 апреля 2018 года. Да? А сейчас я попрошу каждого из вас написать ваш день рождения. Il compleanno. Напишите, пожалуйста, в чат и проверим сейчас, как мы усвоили числительные. Vi aspetto. Il primo dicembre. Можно с годом попробовать написать. Кто смелый? Нет, ну, не с цифрами, а напишите, пожалуйста, прописью. Il 2 novembre 1999. Прекрасно, Анна. Анна и браво. Еще. Да, конечно. Primo используется только для обозначения первого дня месяца. Il primo maggio, 1 мая. Все остальные дни месяца мы используем, мы образуем при помощи количественных числительных. Il 6 novembre 1981. Il 12 gennaio 1992. Il 3 maggio. Uno не нужно здесь. 3 мая, да? Il 3 maggio. А если 1 мая, значит il primo maggio. Una не используем, друзья мои. Используем primo для обозначения первого дня месяца. Il 9 novembre 1963. 63 только. 60. 63. 31 maggio. Il 31 maggio. 31 мая. Берем 30, да, 30, добавляем uno, у нас выпадает буковка А, да, я объясняю Наталье. Получается 31, il 31 maggio. Только primo, primo только используем, если первый день месяца. Il 30, il, 30, да, il 30 gennaio. Угу.
Il 7 luglio 1965. 31, не 31, 31 мая. Так, все поделились, да? Когда кого поздравлять? Запомним. Так, переходим к числительным порядковым. Произнесем первые 10 числительных. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. Primo, первый, да? Secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. Так, что у нас происходит дальше? Что мы видим дальше? Дальше мы вспоминаем числительные, количественные с 11 и дальше. Почему? Потому что образование порядковых числительных с 11 и далее у нас происходит на базе, с использованием основ от знакомых нам количественных числительных. Undici – 11, да? А 11 – undicesimo – 11. 12 – dodicesimo. 13 – tredicesimo и так далее, да? Quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, так далее, да? Видим, какая здесь система, какой принцип. Мы используем основу от количественного числительного соответствующего и прибавляем суффикс esimo. Все очень просто. Давайте посмотрим на десятки. 30-й – трентезимо, 40-й – квантезимо, 50-й – сессантезимо, 70-й и так далее. Вот таким образом прибавляем данный суффикс, получаем порядковое числительное, нужное нам. А на что хочу обратить ваше внимание при использовании порядковых числительных? Во-первых, как вы заметили, наверняка, они пишутся с таким значком справа вверху, да? Сейчас вернусь к предыдущему слайду. Вы увидели, да, такой кружочек. Что он означает? Он означает окончание «о» мужского рода. И numerali ordinali si scrivono con le cifre arabe, арабскими цифрами пишет, accompagnate dal segno «о» per il maschile и da «а» per il femminile. Если бы мы взяли женский род, писали бы буковку «а» вверху. Primo. Используем «о», да? Секунда, «а». Как в русском языке, да, вы знаете, пишем часто «первые», да? Вверху пишем «е» или с краю. Также или «вторая», пишем «я». Просто, чтобы нам было понятно, о чем говорится. И numeri ordinali sono variabili in genere e numero. Порядковые числительные имеют признаки, имеют признаки, простите, прилагательных, качественных прилагательных, и они согласуются с существительным. Например, il secondo tavolo, la prima volta, первый раз, второй стол, и primi freddi, первые морозы. Да, то есть видим, что подобно прилагательным, порядковые числительные приобретают соответствующую форму лица и числа, как и существительные. Вот, в общем-то, и все, что я хотела рассказать вам сегодня о числительных. Finiamo con la grammatica. Sì. Finiamo con la grammatica
parliamo della Pasqua. Un po'. Готовы, да? Перейти ко второй теме. Баста грамматика per oggi. Хватит на сегодня грамматики, да? Угу. Отлично. La Pasqua in Italia. La Pasqua è una festa mobile. Pasqua è un праздник передвижной, да? La data cambia di anno in base a precisi calcoli fatti sul calendario. Дата празднования Пасхи меняется из года в год и вычисляется при помощи календаря. Как в России, как православная Пасха, да? Так и Пасха католическая. Хотя они немного в разное время празднуются. La data della Pasqua cattolica, дата католической Пасхи, 2018 года, è domenica il primo aprile. Католики, итальянцы, другие католики. Секунди. По поводу вторые сутки, да? Секунди. Вы знаете, я не встречала, чтобы вот был значок «и» когда-либо. Видела только «о» и «а». Ну, я могу посмотреть, да, справиться об этом. И если хотите, да, Елена, вы можете указать свой электронный адрес, и я вам пришлю подробный ответ. Потому что я, надо сказать, не встречала на письме с «и» такого сокращения. Угу, хорошо. Я запишу. Интересный вопрос, да. Спасибо. Так, в этом году Пасха у нас празднуется католическая. Уже отпразднована была, да? Il primo aprile, seguita poi dal lunedì di Pasquetta, il 2 aprile. Да, вот здесь как раз наше правило. Il primo aprile, 1 апреля, да? Но 2 апреля уже il 2 aprile. А здесь уже количественное числительное идет. La settimana santa è considerata la seconda festività più importante in Italia dopo il Natale. Святая неделя, или как в православной традиции называется, Страстная седмица, считается вторым по важности праздничным периодом в Италии после рождественских каникул. All'interno della fede cattolica, но согласно традициям католической веры, la Pasqua è considerata più importante del Natale. Пасха считается более важным праздником, чем Рождество. Oltre l'80% degli italiani, свыше 80% итальянцев, здесь у нас опять числительное, да, l'80%, 80% degli italiani si professano cattolici, исповедуют католичество. La domenica di Pasqua, o Pasqua, è un giorno di cortei, Пасха, это у нас время шествий, да, процессий торжественных, di funzioni religiose, различных пасхальных религиозных богослужений, и, naturalmente, delle uova di cioccolato, и, конечно же, шоколадных яиц. La settimana santa in Italia è preceduta da altre tradizioni. Страстной седмице в Италии предшествуют другие традиции. In primo luogo Ви и карнавале. На самом первом месте идет карнавал, а у нас это масленица, да? Мартеди грассо. Так называемый жирный вторник. Ке инициа а геннайо, который начинается в январе, и дура фино алла кварезима
quando inizia il mercoledì delle ceneri. И продолжается, который начинается в январе, да, и продолжается вплоть до начала Великого Поста, Кварезима, по-итальянски Великий Пост, когда начинается, когда приходит пепельная среда. Или mercoledì delle ceneri. Ченере – это пепел по-итальянски. Пепельная среда. То есть первый день Великого Поста для католиков. Poi il pesce e altri alimenti o attività preferite. И теперь, да, с началом Великого Поста рыба и другие продукты питания и другая какая-то деятельность, да, любимая. Sono vietate per 40 giorni durante il periodo quaresimale. Воспрещаются, да, vietare, запрещать. На 40 дней, per 40 giorni, durante il periodo quaresimale, на период Великого Поста. Circa due settimane, prima di Pasqua, i pellegrini cominciano il viaggio verso Roma. Примерно за две недели до наступления Пасхи паломники начинают свое путешествие в Рим. Чтобы провести Пасху, да, в столице католической веры, в Ватикане. E inizia il da farsi. И начинаются приготовления, подготовительные шаги, действия к празднику Пасхи. Здесь я вам приложила две открыточки традиционные. Buon martedì grasso 2018. То есть поздравление с Масленицей, да, жирным вторником, и такую открыточку великопостную, да, Quaresima. Tempo di preghiera, время молитвы. Durante l'ultima settimana, prima di Pasqua, в течение последней недели перед постом, la settimana santa, ci sono messe speciali, проходят специальные богослужения. La Domenica delle Palme, пальмовое воскресенье, а у нас именуется вербное, да, у нас употребляются веточки верб, а вот в Италии, пожалуйста, пальмовые ветви. Giovedì Santo, святой четверг, чистый четверг в православной традиции. Venerdì Santo, святая пятница. Sabato Santo, Великая суббота, Святая суббота. E infine, la Domenica di Pasqua, chiamata Pasqua. И, наконец, пасхальное воскресенье, именуемое просто Пасха. Lunedì di Pasqua, la Pasquetta. И anche un giorno festivo in Italia. Понедельник, светлый понедельник пасхальной недели, именуется по-итальянски Pasquetta. И это также праздничный день, хотя уже не считается религиозным праздником. Так, вот что я хотела сказать вам о Пасхе, о традициях празднования Пасхи в Италии. А сейчас у меня для вас небольшой сюрприз. Un regalino per voi, подарочек для вас. А, нет, простите, еще немного расскажу о Пасхе. Quando arriva la Pasqua, con la Quaresima, finisce il digiuno. С наступлением Пасхи у нас кончается Великий Пост, il digiuno, да, период воздержания. E quindi i cibi pasquali divengono una grande parte dei festeggiamenti. И пасхальные блюда у нас становятся основным таким, да, основной частью празднований. Какие же блюда? Oltre alle uova di Pasqua, помимо пасхальных яиц, il cibo principale include uova di cioccolato, con premi all'interno, шоколадные яйца с подарками внутри, la pastiera napoletana, песочный пирог, pastiera napoletana, e la colomba, также такое сладкое блюдо колумба, che ha la forma di colomba, в форме голубки. Здесь я приложила Gesù, пишется по-итальянски, Иисус.
Gesù. È spesso offerta come un regalo. И данное блюдо, да, сладкое, коломба, часто предлагается в виде подарка. Угу, да-да-да. Джесу. Так. Идем дальше, да? И adesso guardiamo и ascoltiamo. Немного посмотрим и послушаем. А, как я вам уже сказала, да, у меня для вас небольшой подарок. Adesso guardiamo un video dove la mia amica italiana ci racconta, рассказывает нам, della Pasqua in Italia. Я попросила свою итальянскую подругу записать для нас небольшое видео о традициях празднования Пасхи в Италии. Давайте посмотрим и послушаем. И poi scrivetemi, per favore, cosa avete capito. А потом напишите мне, пожалуйста, что вам понятно из этого видео. Siete pronti? Siete pronti? Готовы? Ciao a tutti, mi chiamo Rosangela e oggi vi racconterò come gli italiani festeggiano la Pasqua. È un momento molto importante, perché insieme al Natale è la festa religiosa più importante per, i cattolici. Durante la settimana che precede la Pasqua, noi ci riuniamo a casa in famiglia, dove iniziamo a preparare dei dolci in preparazione alla Pasqua. Ma l'evento più importante avviene nella notte tra il sabato e la domenica. Si chiama Veglia di Pasqua perché andiamo a messa e aspettiamo la risurrezione di Gesù. Il giorno dopo, la domenica di Pasqua, ci riuniamo in famiglia dove mangiamo, chiacchieriamo, stiamo insieme. Come sapete, noi italiani siamo un popolo a cui piace stare insieme e semplicemente riunirsi e raccontare di sé e di come vanno le cose. Per quanto riguarda i cibi tipici che mangiamo a Pasqua, sicuramente non può mancare l'uovo di Pasqua. È un uovo di cioccolato dentro cui di solito c'è una sorpresa che però è per i bambini. Un'altra ricetta molto buona è la pastiera napoletana, una specie di crostata dolce che viene fatta soprattutto al sud. Per quanto riguarda i regali, non è molto, non si usa molto fare i regali a Pasqua come a Natale, però c'è chi adotta questa usanza. Так, друзья мои, меня слышно? Видно? Угу, отлично. Всем видно, всем слышно? Угу. Так, напишите, пожалуйста, что вы поняли из видео. Такое небольшое аудирование пасхальное, да, для нас сегодня. Можно по-русски написать просто. Угу, отлично. Квази тут туда. Розанджела преподаватель русского языка, поэтому она знает и русский язык, и итальянский. Так, ну, всем все понятно, да, было из видео? Или что-то непонятно? Что непонятно, тоже спросите.
Мы можем послушать еще раз. Если хотите, послушаем видео еще раз. Если вы желаете что-то допонять, что, может быть, не поняли, дослышать. Как, друзья мои, будем еще раз слушать? Ascoltiamo un'altra volta, o no? Basta. Еще раз, да, давайте послушаем. Я тоже так думаю. Так. Угу. Поют песни, да. Да, я тоже думаю, что хорошо бы еще раз послушать. Да, да. Проводит время, общаясь. Да. Allora, ascoltiamo un'altra volta, da? Еще раз послушаем. Ciao a tutti, mi chiamo Rosangela e oggi vi racconterò come gli italiani festeggiano la Pasqua. È un momento molto importante perché insieme al Natale è la festa religiosa più importante per i cattolici. Durante la settimana che precede la Pasqua noi ci riuniamo a casa in famiglia dove iniziamo a preparare dei dolci in preparazione alla Pasqua. Ma l'evento più importante avviene nella notte tra il sabato e la domenica. Si chiama Veglia di Pasqua perché andiamo a messa e aspettiamo la risurrezione di Gesù. Il giorno dopo, la domenica di Pasqua, ci riuniamo in famiglia dove mangiamo, chiacchieriamo, stiamo insieme. Come sapete, noi italiani siamo un popolo a cui piace stare insieme e semplicemente riunirsi e raccontare di sé e di come vanno le cose. Per quanto riguarda i cibi tipici che mangiamo a Pasqua, sicuramente non può mancare l'uovo di Pasqua. È un uovo di cioccolato dentro cui di solito c'è una sorpresa che però è per i bambini. Un'altra ricetta molto buona è la pastiera napoletana, una specie di crostata dolce che viene fatta soprattutto al sud. Per quanto riguarda i regali, non si usa molto fare i regali a Pasqua come a Natale, però c'è chi adotta questa usanza. Allora, так, понравилось вам, Розанджела, да? Я надеюсь. А сейчас возьмите, пожалуйста, ручки и листочки бумаги и запишем традиционное итальянское блюдо, рецепт приготовления. Una pastiera napoletana, о котором говорила вам Розанджела, Рози, и о котором я вам говорила ранее. Кто желает приготовить, можете записать. И можете просто послушать. Cominciamo, sì? Начинаем, да? Ну, конечно, да, я тоже думаю, лучше записать. Так, все приготовили, да? Allora, la pastiera napoletana. Это традиционный пасхальный рецепт итальянского блюда. Но в каждой семье ингредиенты несколько отличаются. Конечно, как и в России, да, все куличи разные, не только в России, но и в других странах православного мира, да, все куличи у всех разные, но тем не менее это кулич. Также и рецепт пастера наполитана в каждой семье свой. Мы с вами рассмотрим традиционный рецепт. Начинаем с ингредиентов.
Здесь вы видите множество числительных, да? Мультинумерали. Quali numerali sono? И нумерали кардинали, ординали. Какие-то числительные здесь у нас количественные или, может, порядковые. Как вы думаете? В рецепте. Кардинали, ординали. Quanti numerali? Если мы говорим об определенном количестве, да, в рецепте, мы употребляем числительные, количественные, конечно же, да. Сейчас мы с вами будем их произносить и еще лучше запомним. У нас здесь указаны ингредиенты для песочного теста la pasta frolla и ингредиенты per il ripieno. Ингредиенты для начинки. Cominciamo con la pasta frolla. Начинаем с ингредиентов для теста. 250 граммов di farina. 250 граммов di farina. 250 грамм муки. Un uovo. Un uovo. Обратите внимание, не говорю uno, да, но un uovo. 100 грамм di strutto. 100 грамм свиного жира. 100 грамм di zucchero. 100 грамм сахара. Una buccia di limone. Цедра одного лимона. 350 грамм di grano precotto. 350 грамм предварительно отваренного зерна пшеницы, зерен пшеницы, да, вот такая начинка в традиционном пироге пасхальном. 350 грамм di grano precotto. Котто, да, вареный, прекотто, предварительно отваренный. 200 мг di latte. 200 мг молока. 35 грамм di burro. 35 грамм масла. Una buccia di limone. Цедра одного лимона. Una bustina di vanillina. Один пакетик ванилина. 300 грамм di ricotta. 300 грамм сыра рикотта. Кстати, если у вас нет сыра рикотта, можете вполне использовать творог. Творог. 300 грамм di zucchero. 300 грамм сахара. 3 uova. 3 яйца. 30 грамм di canditi. 30 грамм цукатов. Una bustina di cannella. Один пакетик корицы. И una fialetta di mille fiori. И один флакон меланжа. Записали? Скрипто? Или подождать? Записали, да? Готово. Если что, в конце можем повторить еще раз ингредиенты. Подождать, да? Хорошо. 250 грамм di farina, un uovo, 100 грамм di strutto, 100 грамм di zucchero, una buccia di limone, цедра одного лимона, 350 грамм di grano precotto, 350 грамм предварительно отваренных зерен пшеницы, 200 миллиграмм di latte, 200 грамм молока, 35 грамм di burro, 35 грамм масла, сливочного масла, una buccia di limone, цедра одного лимона, это я уже говорю ингредиенты для начинки сейчас, una bustina di vanillina, один пакетик ванилина, 300 грамм di ricotta, 300 грамм сыра рикотта, или можно взять творог, 300 грамм di zucchero, 300 грамм сахара, 3 uova, 3 яйца, 30 грамм di canditi,
30 грамм цукатов, una bustina di cannella, один пакетик корицы, и una fialetta di mille fiori, и una fialetta di mille fiori, один флакон меланжа. Готово? Можно, конечно, использовать и это, да? 35 эти, можем так сказать. Но в данном рецепте вот используются граммы, можно и так, и эдак. Оба варианта возможны. Пишите унетто диструтто, если хотите, да? То есть, как вам более удобно. Это у нас 100 грамм, да? Так, готово, да? Ну, тогда говорим 25 эти, да, 25 грамм. 25 сотен грамм, как бы, да? Нет, 2,5 тогда, да, будет? 2,5 эти, чтобы было у нас 250. Потому что это у нас 100 грамм. Или даже меньше. В общем, в данном рецепте у нас идет вот так с граммами, и поэтому мы так и пишем. По поводу пересмотра семинара, к сожалению, я сейчас не могу сказать, Елизавета, где можно будет пересмотреть. Я не знаю, идет ли запись. Я думаю, вы можете спросить, задать этот вопрос администратору нашему. Вы лучше спросите в чате вопросов к администратору, и он вам ответит. Так, продолжаем, да, с рецептом. Allora, iniziamo col preparare la pasta frolla. Начинаем с приготовления песочного теста. Угу. Grano precotto, отвечая на вопрос, да, Юлии. Grano precotto – это предварительно отваренные зерна пшеницы. Котто в каком-то уроке у нас было вареный. Precotto – предварительно отваренные. Disponete la farina a fontana, распределяем, да, муку. Mettete al centro lo zucchero, lo strutto, l'uovo e la buccia grattugiata di un limone. И кладем в центр сахар, жир, яйцо и потертую цедру одного лимона. Это для муки, в муку. Итак, насыпаем муку, да, в емкость, добавляем в центр сахар, жир, яйцо и тертую цедру одного лимона. Готово? Угу. Impastare gli ingredienti dal centro, facendo assorbire man mano tutta la farina fino ad ottenere un composto omogeneo. Все ингредиенты вымешиваем в направлении центра, стараемся забрать всю муку постепенно, да, чтобы сформировать однородную массу, однородное тесто. Вымешиваем все ингредиенты вместе, стараемся вобрать всю муку, чтобы получилась однородная масса. Avvolgete il panetto nella pellicola e metterlo in frigo per almeno un'ora. Заворачиваем получившееся тесто в пленку, pellicola, пленка, и помещаем в холодильник как минимум на час, per almeno un'ora. Готово, да? Замешиваем тесто, заворачиваем в пленку и помещаем в холодильник.
Nel frattempo preparate il ripieno. Тем временем подготовим начинку. Sciacquate il grano e mettetelo in una pentola con il latte. Промываем зерно и помещаем его в миску, да, вместе с молоком, con il latte, il burro, la vanillina e la buccia di limone. В одну емкость, да, кастрюлю какую-то или миску с молоком, сливочным маслом, ванилином и цедра лимона. Обратите внимание на картинку, на изображение. Здесь у нас уже в начинке, для начинки цедра лимона не тертая, да. Это скорее как бы кожура, да, лимона, но без белой части, которая горчит. Fatelo cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti, mescolando di tanto in tanto. Теперь эту кастрюльку мы ставим на небольшой огонь, примерно на 30 минут, периодически помешивая, mescolando di tanto in tanto. Записали, да? Промываем зерно, помещаем его в кастрюльку с молоком, сливочным маслом, ванилином и нетертой целой цедрой лимона. Затем ставим на небольшой огонь, примерно на 30 минут, и периодически помешиваем. Готово, да? Avete scritto? Записали? Угу. Far cuocere fino a che il latte non sarà stato assorbito del tutto. Продолжаем варить, помешивая, пока все молоко у нас не впитается в зерна пшеницы. O fino a che il tutto non risulti denso e cremoso. Или пока вся масса не станет плотной и густой кремообразной. Помешиваем, пока вся масса не станет, не загустеет, да? Far raffreddare. Дадим остыть. Poi eliminate la buccia di limone. Теперь мы удаляем, да, из этой массы корку лимона, вот эту цедру целую. Nel mixer tritate metà composto di grano insieme ai canditi. Половину нашей массы мы перемешиваем с цукатами. E lasciarne metà con i chicchi interi. А другую половину оставляем, чтобы в ней сохранились такие цельные зернышки. Итак, помещаем, удаляем цедру лимона, помещаем половину нашей массы в миксер и перемешиваем с цукатами, а вторую половину мы оставляем, чтобы в ней подались цельные зернышки. И кикки интери. Готово. Татьяна Владимировна записывает, я вижу, да? Так. Passare la ricotta al setaccio. Протираем нашу рикотту или творог, у кого что есть, через сито. Mettetela in una ciotola, помещаем в миску, e aggiungete lo zucchero, la crema di grano, le uova, la fialetta di mille fiori e la cannella. Mille fiori это меланж, Дарья, меланж. Вот, к сожалению, не могу сказать, где он продается. Ну, я думаю, если задаться целью, можно найти. Насколько я знаю, меланж в своей основе имеет яичный белок. Может быть, как-то можно сделать его самим. Вот в данном рецепте он идет готовый, да, в флакончике. Возможно, где-то такое продается. Итак, в какую-то емкость, да, мы помещаем наш перетертый сыр рикотта или творог, добавляем сахар, получившийся крем из зерен пшеницы, яйца,
меланж и корицу. Да, вы видите здесь много корицы также. Амальгамате fino ad ottenere una crema omogenea. Все смешиваем до получения однородного крема. Так, готово? Su una spianatoia infarinata stendete uno strato di pasta frolla di uno spessore di 3 mm. На подпыленную мукой поверхность мы раскладываем наш пласт песочного теста и раскатываем его, чтобы он стал толщиной 3 мм. Да? Раскатываем пласт теста, чтобы он стал толщиной 3 мм. Foderato con la pasta frolla uno stampo da pastiera il rotto. Теперь наш пласт теста мы переносим в форму для, нашего пирога, пастьера. Если у вас нет такой формы, вы можете взять любую круглую форму или даже, я думаю, ту же сковороду. Precedentemente cosparso con un po' di sugna e bucherellate la base. Предварительно смазав данную форму каким-то жиром. Да, и затем букерельдат для базы, то есть вилочкой прокалываем вот эту всю основу тестовую, чтобы оно не особенно поднималось. Versate il ripieno del dolce all'interno. Выливаем нашу начинку вот на получившуюся основу, да, fino a mezzo centimetro sotto il bordo. И обращаем внимание на то, чтобы у нас осталось пол сантиметрика, да, mezzo centimetro, до края нашей формы. Perché durante la cottura gonfia. Так как в процессе приготовления тесто может подняться, и наша начиночка убежит. Con la frolla avanzata, из оставшегося теста, ritagliate delle striscette, poggiatele sul ripieno, dando la forma romboidale. Нарезаем, да, полоски теста, как указано на фото, и укладываем их сверху на нашу вот начинку, чтобы у нас получилась форма ромба, крест-накрест, то есть укладываем полосочки. Sigillate bene intorno ai bordi della pastiera. Con rebbi di una forchetta. Да, решетка, совершенно верно. Делаем решетку. Теперь мы вилочкой, да, укрепляем вот эти края, места, где наши полосочки прикрепляются к основе, да, вилочкой их протыкаем, чтобы они прикрепились хорошенько. Quindi, infornate in forno, preriscaldato, разогретую духовку, да, прерискальдато, а 180 градусов. И ставим наш пирог в духовку, предварительно разогретую, до 180 градусов. И кочете, перенора, чирка, и готовим примерно 1 час, по фино а ке ля суперфиче дель дольче нон сара бруна. Или пока у нас поверхность не зажарится, да, не станет коричневой. Lasciate raffreddare completamente prima di servirla. И оставляем, чтобы наше блюдо полностью остыло перед его подачей на стол. Buon appetito! Вот и все. Приятного аппетита всем, кто будет готовить. Друзья, кто не успел что-то записать, пожалуйста, просигнализируйте мне, я повторю. Datemi un segno, dajte мне знак, кто
Кто что-то не записал? Или все записали? Avete scritto tutto? Угу. Отлично, отлично. Sono molto contenta, я очень довольна. Надеюсь, что вам также понравилось наше сегодняшнее занятие. Надеюсь, что оно было вам интересно, полезно, познавательно. Allora, Мария, выпекать примерно час. Или смотрите сами, когда начнет зажариваться, да, появится румяная корочка. Можно будет проткнуть палочкой, да, посмотреть, будет ли палочка сухая. Если сухая, значит готова. Если еще влажная, значит подержать еще немножко. Угу. Отлично. Allora, auguri di buona Pasqua a tutti. Всем желаю прекрасной пасхальной недели. E vediamo, ci vediamo un'altra volta. Увидимся с вами еще на следующем занятии. Виканка, вот, к сожалению, я не знаю, Елена, Виканка. Я уже записала ваш адрес, да, это ваш адрес ami, да, 73mail.ru. Давайте я вам и на этот вопрос тоже отвечу. Угу. Мне нужно будет уточнить этот вопрос. Вот, к сожалению, не знаю, что такое данная вероисповедание, виканка. Мне нужно будет посмотреть. Угу. Грация, Юлия. Я думаю, Дарья, это скорее вопрос к администратору также. Вы можете его задать. Так. Allora. Итак, желаю вам прекрасного вечера, прекрасной пасхальной недели. И ciao a tutti!